Численность экономически активного населения в городе составляет 173 тысячи человек. Из них 51 занята в неформальном секторе, и большая часть не желает официально трудоустраиваться. При этом доля занятых без официального оформления, по предварительным данным Севастопольстата, составляет в целом по нашему городу порядка 28,5% от экономически активного населения. То есть треть жителей у нас работает работников без официального оформления. Следующий слайд, пожалуйста. Он показывает, что наибольшее количество таких работников у нас в сфере оптовой и розничной торговли – 42%. Затем в строительстве 19%, затем в транспорте 16%. Если к 1 января 2016 задолженность по зарплате в городе составляла 9 миллионов рублей, то к концу года ситуация значительно ухудшилась, констатирует руководство Департамента труда и социальной защиты населения. Сегодня эта сумма составляет более 40 миллионов. В списке должников предприятия военно-промышленного комплекса, 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и Севастопольское авиационное предприятие. Заместитель губернатора Юрий Иванович Криву предложил заслушать на следующем заседании межведомственной комиссии руководителей этих организаций. Они должны будут представить алгоритм погашения задолженности по зарплате. Суммарно 34 846 000 по задолженности составляет по промышленным предприятиям оборонного комплекса. И за месяц с 1 января по 31 января сумма этой задолженности выросла в целом на 8 миллионов. Елена Алексеевна Сюлягина предложила поручить департаментам следить за процессом погашения задолженности по заработной плате на предприятиях, которые входят в сферу их ответственности. Также в 2017 году поставлена задача легализовать в городе 2500 рабочих мест. Анатолий Дытюк, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.